Учить правила дорожного движения необходимо с ранних лет. И гораздо эффективнее и веселее делать это в игровой форме. Для этих целей в детских садах и школах региона появится 22 мобильных автогородка. Учебный инвентарь приобретен на средства в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве администрации округа с нефтяной компанией «Восток-Нау». Сегодня мобильный автогородок юного пешехода презентовали в 4-й городской школе. Первыми знания правил дорожного движения на новом мобильном автогородке продемонстрировали юные пешеходы из детского сада «Аннушка». Дошкольным учреждениям уделяют большое внимание вопросам безопасности детей на дороге. С ранних лет дошколята в игровой форме учат правила поведения на дорогах, запоминают значение различных дорожных знаков, цветов светофора и даже сигналов регулировщика. Подобные занятия с детьми – это залог их безопасности на дорогах. Знания, полученные в детстве, без сомнения, останутся нужными и важными на всю жизнь. По словам заместителя начальника ГИБДД Александра Павлинова, именно дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, и прививать им культуру поведения на дороге необходимо с ранних лет. Начиная с детского сада их обучать, они уже понимают, насколько это серьезно. И даже на дороге, может быть, даже, скажем так, и родители иногда научат, что где можно переходить дорогу, а где нельзя. У них все равно это, наверное, в лучшей форме откладывается. Теперь обучение детей правилам безопасности на дорогах станет еще увлекательнее. Мобильный автогородок представляет собой полотно, на котором изображен перекресток с элементами автомобильной дороги, дорожными знаками, мигающими светофорами. Приобретение вот таких мобильных городков, автогородков, которые будут и в школах города, они будут и на селе, в таких крупных селах, как Несь, Ома, Усть-Кара. Кроме того, эти автогородки будут точно так же располагаться еще и в дошкольных образовательных учреждениях города, поселка Искателей. Напомню, 22 мобильных автогородка приобретены для детских садов и школ региона на средства в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве администрации округа с нефтяной компанией «Восток-Нао». Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».